Доброго утра всем, а лучше сказать доброго времени суток, да? У нас у всех разные тут часовые пояса. Давайте посмотрим, выйдет ли он на связь до конца октября. Времени не так много. Давайте посмотрим, выйдет ли человек на связь, да, загаданный. Загадывайте, давайте посмотрим. Посмотрим. Вижу, да, что у вас здесь расставание, башня выпадала. Императрица, да, ждете, ждете у моря погоды. Сами не звоните, не пишите. И страдаете. А страдаете вы по рыцарю, рыцарю мечей. Хоть вы сейчас и можете написать, позвонить, приехать, все что угодно к этому человеку, вы это не делаете. Глубокая обида у вас, да, разошлись, либо поссорились, возможно, потерялись, либо он молчит, да, и тишина. Вы страдаете. Страдайте, может быть, от ваших мыслей, да, для чего мне это нужно, зачем мне это надо, да, я ведь такая вся вот такая. Но вот, девочки, так бывает. Рыцарь мечей – это человек импульса, да, такой, любит все доказывать. И мнение его – это его мнение, да, он будет там бороться за него, можно сказать, обижать может, резкий на слово, на действие, да, решил, убежал, то есть, ну, вот такой вот он, да, эгоист еще по мечам, это точно. Девочки, по чувствам у этого человека с чувствами напряг, вот сразу говорю, для него чувства, они не имеют большой роли. Да, девочки, это человек, который вас обманывал. Может быть, вы здесь и держите на него обиду, никак к нему не проявляйтесь, потому что человек здесь обманывал, обижал, предавал, измены. Вообще человек знает, как это делать. У него, он профессионал уже, профессионал. Он научился этому уже очень хорошо. Семерка мечей, да. Ну и ваша дума о том, что человек проявляется по легкости, девочки, так и есть. Сам по себе человек здесь к женщинам проявляется, как король чаш. То есть, в принципе, чувства ему надолго не нужны. Вот. Это только вот к женщинам, как король чаш, да. То есть, когда ему чего-то надо добиться, он мягкий, пушистый, да. После того, как добился... Где мой меч, где мой конь? Ну, давайте посмотрим, проявится ли человек вам до конца октября. Напишет, позвонит, что-нибудь сделает. Покажите нам. Нет, девочки. Ничего человек делать не будет. Ни проявляться, ни писать, ни звонить. А почему? Потому что от вас хочет этого и от вас хочет движение, девочки. Либо могу еще сказать, что он, во-первых, еще не определился, надо ему это или нет, поэтому он это делать не будет. Потому что он, извините меня, сам по себе человек скупой, да, ему это нафиг не надо. И здесь еще может говорить, что он сейчас... его больше интересуют какие-то рабочие моменты и его движение вперед. Девочки, двигается он очень резво. И здесь даже резвое движение, как короля чаш, девочки. Здесь он к другим ухаживает. Здесь не только вы, не только, да. Здесь у него дьявол, да, в чреслах кипит. Он не скучает, я вам могу сказать, не скучает. Не скучает человек где-то, чего-то, девочки, по своему пути идет. В местах теплых, да.
И такая жизнь, она у него цикличная, девочки. Это постоянно у него. И, девочки, здесь проявления не ожидаются. Человек живет своей жизнью, он абсолютно... Хоть вы императрица классная, красивая, но нет. Здесь человек, он... Проявляться сам он никогда не будет. Девочки, а почему не будет? Вот мне все-таки интересно. Ну, кипит у него жизнь. Он эгоист. Эгоист, девочки. Ему надо... Вот, девчонки, пожалуйста, вам еще, да. Легкость, непринужденность, никаких скандалов, выговоров, ссор. Все, что становится тяжело, не его уходит. Да, ему это не надо. Ему нужны веселые люди, компании, с кем он может провести время. Девочки, здесь человек эгоист, да. Девятка чаш, еще раз говорю. Человек, который вот... Я, все мне, пожалуйста, да. Сам ничего давать не хочет. Проявлений, девочки, не будет.